хотите увидеть вот такие классные гаджеты для выживания и охоты? Тогда смотрите видео до конца и еще сможете принять участие в конкурсе. Погнали смотреть! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я вам покажу 15 классных и нужных товаров для выживания и охоты с сайта AliExpress. И никогда не забывайте про кэшбэк. С ним вы будете экономить часть денег с покупки с любого интернет-магазина. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, будут в описании. А в конце видео будет конкурс для внимательных, так как условия конкурса я спрятал где-то в видео. Приятного просмотра! И первым товаром у нас будут самые популярные на Али активные наушники для охоты и стрельбы. Выстрелы глушат, иные звуки усиливают. Такие наушники применяются для защиты слуха во время стрельбы. Внутрь устройства с качественной звукоизоляцией вмонтировано специальные приспособления электронного типа, которые автоматически регулируют усиление звуков. Активные наушники для стрельбы плотно прилегают к ушам, а валики для изоляции покрыты мягкой, немного шероховатой пленкой. В отличие от пассивных моделей, они заглушают только громкие выстрелы, позволяя слышать все другие звуки, включая человеческую речь, перемещение животных и многое другое. И еще хочу посоветовать вам отличный канал Топ Али, где автор рассказывает про лучшие товары сайта AliExpress. Здесь каждый найдет видео себе на вкус, будь то автотовары, инструменты, электроника, кемпинг, кухня и многое другое. Также всегда можно принять участие в конкурсах и получить халявные подарки. Заходите, подписывайтесь и смотрите, не пожалеете. Ссылка в описании. Многофункциональный нож-карабин станет отличным спутником любителям активного отдыха. Он пригодится как велосипедистам, так и туристам, альпинистам, байкерам и так далее. Изготовлен прибор из специального алюминия, который отличается легким весом и высокой прочностью. Данные приспособления сочетают в себе функции карабина, ножа и отвертки, поэтому, независимо от разнообразия условий, данный аксессуар будет уместен. Модель имеет не только нож, но и специальный серрейтор для быстрой очистки чешуи. Таким образом, она будет полезна и во время рыбалки. Лезвия ножа изготовлены из нержавеющей стали и заточены с обеих сторон. Непромокаемый чехол предназначен для защиты рюкзака от дождя и грязи. Зимой он защитит рюкзак от снега. Непромокаемый чехол на рюкзак – незаменимый элемент в турпоходе, не занимает много места и в сложенном виде с легкостью помещается в карман. Чехол снабжен дополнительной стяжкой, и он более плотно прилегает к рюкзаку. Ткань с полиуретановым покрытием не позволит вашему рюкзаку промокнуть и испортиться, так как прекрасно сдерживает сильный дождь, пыль и грязь. Подходит для рюкзаков размером 55-80 литров. Универсальный набор для чистки оружия в кейсе. Подходит для чистки оружия под наиболее популярные калибры, тем самым подтверждая свою универсальность и функциональность, хранится в специальном кейсе. Набор может быть разделен и отдельные его элементы взяты, например, в поле, где будут использоваться по назначению. В комплект входит 2 латунных шомпола для гладких и нарезных калибров, 2 вишера, 3 переходника, 10 бронзовых хершей разных диаметров, 5 пуховых хершей и коронная коробка с чистящими салфетками. Нож мультитул. В рукоятке ножа спрятана выдвижная отвертка, даже не совсем она. Это битодержатель, угол которого можно зафиксировать на 90 или 180 градусов. Битодержатель намагничен, так что при ремонте сковородки вы не потеряете ни одного шурупа. Еще рукоять ножа в своих недрах скрывает биты аж 4 штуки, 2 крестовых и 2 шпицевых. Главный плюс – на рукоятке ножа и на спинке есть углубление, оно сделано для головки битодержателя. И еще оно и служит как открывалка для бутылок. Нож невелик и легко помещается в кармане, к тому же очень легок. Летний спальный мешок. Легкий и компактный спальник для теплой поры года. Минимально допустимая температура использования от минус до плюс 9 градусов по Цельсию. Выполнен по типу одеяла. Прямоугольная форма и застежка молния по периметру. Благодаря такой конструкции может быть использован в качестве обычного одеяла или тента. Внешняя нейлоновая оболочка изготовлена из водоотталкивающего нейлона. Внутренний слой – хлопок и полиэстер. Хороший выбор для туристических походов и ночевок на природе в теплое время года. В спальнике помещаются 2 взрослых человека. Эргономичный рюкзак на одно плечо предназначен для повседневного использования в условиях мегаполиса и не только. Модель оснащена удобной плечевой лямкой, существенное преимущество которой – это возможность быстрого сброса за счет специальной системы крепления.
Благодаря демпферным вставкам рюкзак комфортен для спины. Транспортная ручка, размещенная наверху, позволяет легко удерживать модель. В рюкзаке есть основное отделение, вместительное и удобное, и три внутренних кармана, закрывающиеся липучками и молниями, и один карман с органайзером, расположенный на передней поверхности сумки. Удобная легкая балаклава из современной, дышащей и потоотводящей ткани, выполнена из высококачественного полиэстера, который отличается своей эластичностью, благодаря чему она подходит для головы любого размера. Такая маска идеально подойдет для охоты, надежно защитит ваше лицо во время катания на лыжах и сноуборде, а также предохранит нос и рот от попадания в них насекомых во время езды на открытом транспорте – велосипеде, мотоцикле или скутере. Балаклава также станет отличным командным аксессуаром во время игры в пейнтбол или страйкбол. Портативный походный душ – незаменимая вещь в любом кемпинге или на даче. Два самых больших достоинства душа – это его мобильность и удобство в применении. Для его установки не требуется больших усилий, так как закрепить его можно с помощью крючка на любую горизонтальную поверхность. Останется только присоединить шланг к емкости и можно пользоваться. Кроме того, сама емкость черного цвета, что позволяет использовать солнечные ресурсы в виде естественного подогрева в жаркую солнечную погоду. В сложенном виде душ занимает очень мало места, что делает его удобным не только в применении, но и в перевозке. Легкий алюминиевый чапельник для сковороды и котелков – необходимая вещь, которая защитит ваши руки и упростит процесс приготовления пищи на природе. Выпекайте, жарьте, тушите на пару или просто разогревайте и не тратьте драгоценные мгновения на поиск прихваток или тропичных рукавиц. Ручка-ухват легко и непринужденно поможет вам взять и переставить любую посуду – тарелку, форму для тортов, сковороду, миску или кастрюлю. В походе или на природе такая вещь будет очень полезной. Легкие и компактные складные чучела уток для охоты. Реалистичный окрас практически не отличаем от окраса живой утки. Складные утки очень удобно переносить к месту охоты. Они занимают мало места в сложенном состоянии, но в объемном положении чучело размером с обычную утку. Материал полностью сминаем и может использоваться при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Утка принимает первоначальную форму, будучи сложенным в несколько раз, а также чучело легкое. Теперь целая стая подсадных уток поместится в вашей сумке. Небольшая бухта веревки. Это необходимая часть экипировки альпиниста, туриста, спелеолога, да и вообще пригодится в походе и на охоте. Веревка используется для крепления в безопорном пространстве, для защиты от падения на опасных участках, для динамической страховки при восхождении. В связи с областью использования к веревкам применяются особые требования по прочности и динамическим качествам. Изготовлена веревка из полиамидного материала нейлона, который достаточно прочен, устойчив к внешним воздействиям и эластичен. Веревка бесспорно пригодится вам либо на природе, либо дома. Полезнейшая штука как на природе, так и в городе – это солнечная панель. Имея вот такую крутецкую штуку, вы с легкостью сможете подзарядить свой любой гаджет, будь на отдыхе, на природе, в походе, на охоте или просто блуждая по городу. А если поиграть с углом падения солнечных лучей, то можно получить максимальную мощность и зарядить немножко быстрее все что угодно. В комплекте идет 4 карабинчика, кабель для зарядки и сама солнечная панель. А вот и спрятанные условия конкурса. Напишите в комментариях, какого зверя или рыбу вы мечтаете поймать или хотя бы увидеть. Смотрим дальше. Супер перчатки, которые нереально порезать. Если вы часто работаете с ножом и вам надоели порезы, то такие перчатки будут очень кстати. Выполнены очень качественно, и по всему периметру перчаток расположена нержавеющая проволока, которая не даст порезать вам руку. А более 2000 заказов дают понять, что эти перчатки действительно нужная и полезная вещь в работе с ножом. Крутой тактический ножик. Вы просто посмотрите на этого красавца. Этот нож предназначен специально для грубых работ и выдерживает большие нагрузки. Сталь клинка D2. Твердость 58 по шкале Роквелла. Толщина в обухе 5 мм, вес 165 грамм. Есть подпальцевые насечки и выемка для центрального хвата. А специальная заточка лезвия позволяет с легкостью резать, колоть, строгать и рубить что угодно. Накладная рукоятка с композитных волокон с рельефной поверхностью. Ножны заслуживают отдельного внимания. Нож сидит в них очень плотно, не выпадает, никаких люфтов нет, все четко и надежно. Крепление можно прикрутить на другую сторону или поменять угол для горизонтального или вертикального ношения. А вот и конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Условия конкурса простые. Нужно подписаться на канал,
поставить лайк видео и исполнить третье спрятанное видео условие. Если вам нравятся мои видео, то нажимайте, пожалуйста, на этот колокольчик, так вы будете получать новые выпуски, самые первые. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!